избави меня от кровей Божий, Божий, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уснимай отверстишь, и устанно возвестят хвалу Твою. Я плаще бы восхотелось и жертвы, дал бы кубо все сожжения неблаговолишие. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не учижит. И разум неприступные Твои, я славы, я поблагословен, если во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресной, во веки веков. Аминь. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящая, от срящей беса полуденного, падет от страны твоей тысяча, и тьма удесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоего смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приедет к тебе злой рано, не приближится тельси твоему, яко ангелам своим заповесят тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда преднешь, шаками ногу твою. Нас ради человек и нашего ради спасения шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы Его человечася, распятого же за мили Пантисием Пилате и страдавшего и погребенно и воскресшего в третий день по Писаниям. Да соблаговолит Отец Небес, имя Твое. Когда-то был, купил, опять же, на Афоне, на скиту Святой Анны, вот, купил деревянный крестик и носил его, наверное, лет 5. В конце концов, он от воды разбухнул, это самое, и просто переломился пополам. И тут вот. Жалел, вот, это было где-то в 19-м году, он у меня сломался. И вот через год мне, слава Богу, помогли. Батюшка, расскажите, вот что этот храм, как он организовался, как он получился вообще в этом месте? Ой, чудесно получился. Я организовал. Да, здесь на территории колонии был храм святых благоверных князей Бориса и Глеба, устроенный еще в начале 90-х годов. Окормил эту колонию отец Герман, теперь лишний епископ Сочинский и Туапсинский, да. Вот, а тогда он был и романахом, и игуменом, и окормлял только-только пришедший на приход после семинарии. А вот, окормлял этот приход.
эту колонию. Ну и организовали они вот здесь вот рядом на втором этаже, по-моему, да, или на третьем. Вот, небольшой домовый храмик. Там же была и библиотека, там было все, но света нет, темно, неуютно. Рядом отряды, рядом простые заключенные ходят, тут молятся, там матерятся. Вот. И возникла идея давным-давно построить здесь отдельный храм. Вот. Первоначально, вот немножко правее, думали построить на территории промзоны, там какая-то есть типа подъемника, лебедки, что-то такое с ямой на том месте. Но место нехорошее, неудобное, потому что далеко от жилой зоны, уже на территории промзоны, туда проходить не это самая старая промзона, не очень удобно. Но и кроме того, там очень много пришлось бы усилий приложить, чтобы то, что там есть, из земли выковырять. Ну, вот. Ну, думали, рядились, что куда как. И потом все-таки, в конце концов, решили вот здесь вот этот храм поставить. Здесь был сараюшка какой-то, его убрали. Коммуникации, трубы из-под земли достали, которые рядом проходили, все попереносили. И вот очень такое удобное место. Здесь ведь население колонии очень большое, 1500 человек, а территории как таковой нет. Потому что вот сзади, где мы проходили, там только плац. Здесь вот внутри колонии территория совсем маленькая, спортплощадка какая-то есть. Храм поставить негде, чтобы был посреди. Ну вот место получилось, я считаю, вполне удачное. Построили храм чуть больше, чем за год. Вот. Вернее, построили его меньше, чем за год, но пока расписали, пока долма довели, иконостас сделали, все, прошло 1.5 года, мы его с владыкой осветили, спокойным митрополитом Исидором, вот. Ну и с тех пор молимся. В храме все сделано руками заключенных? Все сделано руками заключенных, и иконостас, и паникодила, и роспись, все наши делали, наши заключенные. Они же до сих пор здесь. Про общину вы нам сможете, да, рассказать? Расскажите про общину. Община довольно сильная. Ну, в общем, я на воле тоже в церкви был, служил там 10 лет. Вот. И сравнить даже есть с чем просто. Здесь прихожане, вот именно, верующие люди, они немножко отличаются. Подход очень серьезный, потому что люди к Богу пришли, в общем, уже как бы испытанные люди, в общем, у них вера уже испытанная в скорбях, в бедах. Вот. И приходят, очень серьезно к этому относятся. Но если человек не ходит, он вообще не ходит. Если он ходит уже в храм, он уже серьезно ходит. И обычно, ну, мы сегодня на радостях немножко пошумели, уж нас простите, потому что очень радость большая от вашего приезда. Вот. А так вообще у нас с вами, у нас муха полетит, слышно. Во время службы, во время молитвы, тишина полная, ни разговоров, ничего. Вот. Община дружная, вот. Очень большая нам помощь вот именно от вас, от батюшек, от прихожан, ихних храмов, вот Свято-Покровский храм, вот, где соседи приезжают, отец Александр приезжал, вот и вас привез еще. Это для нас очень большая радость, потому что мы живем, как бы у нас время распределяется от литургии к литургии. И как вы видели, что даже вот батюшки приезжают, говорят, у нас такого нет, что вся община сразу посещается. Вы же заметили, как посещаются все. Да. И храм полный. Мне кажется, если будет больше, вы... Он молчал вполне. Да. И вот все готовимся, постимся по возможности. Конечно, в лагере поститься в полной мере не у всех получается. Вот. Ну, читаем правила ко святому посвящению, накладываем, все вместе собираемся также. Ну, кто на работе, кто там читает. Вот. Готовимся, читаем, к исповеди, вот так исповедуемся, прочищаемся. И у нас есть библиотека тоже хорошая, хорошие книги также вот передают, люди передают. Некоторые, даже мы не знаем, неизвестные благодетели, вот зовут там, нам отдают книги. Вот вам подъехал человек к этой, на проходную. Передал книги на храм. Хорошие, дорогие книги. Вот. Просто даже неизвестные люди вот так помогают. Поэтому библиотека хорошая. Ребята приходят, берут книги, читают. Вот именно веру стараются знать. Вот. А кто храм расписывал вообще? А, вот есть тут? Давайте его позвать. А вот. Что все видели.
То есть он вырос, он на воле тоже, он расписывал, занимался именно этой профессией, но здесь он вырос уже в иконописце, не просто художник, а в иконописце. Его работы занимают на конкурсах первые места. Ну, нам всем дают грамоты уже эти иконы. Пишет он на нас всех. Владимир нам сегодня преподнес дар вот эту икону замечательную. Вся община. Да. Владимир сделал. Евгений позаботился об этом. Но здесь еще у вас звонарь есть, да? Звонарь. Да, да? Звонарь у нас вот. Есть, да. У нас... них еще есть читальный зал свой один. И своя библиотека. Можно сходить на экскурсию. Можете посмотреть, а если хотите снять, можно, можно. Давайте. Давайте снимем. Да, он нам не нужен, он туда не ходит, не наш. Нет, самое главное есть нас отдельно. У них здесь свой уголок есть. Да. Вот, потому что тоже встал вопрос, когда партии наносили, как быть с библиотекой. Потому что получается, ну, отряд, локальная зона, локализованная других отрядов, не каждый может туда пойти, все. Вот, и им здесь есть комната воспитательной работы, да, вот, одного из отрядов здесь рядом. Вот, на первом этаже все удобно расположено. И напротив небольшая комнатка была, дали там библиотеку, рядом же Владимир иконы писать. Ну и получилось так, что эта комната воспитательной работы с осужденными стала фактически читальным залом для православной общины. Вот. Туда, когда не зайдешь, тоже ни разу же там был, когда не зайдешь, все время они занимаются, все время, что кто-то читает, кто-то пишет, потому что, вот слава Богу, сейчас показали два диплома из Свято-Тихоновского православного института, заочное обучение закончили курсы. Слава Богу, занимается, учится, молится, спасается. Это самое главное. Ну, мы думаем, что мы еще сюда приедем. Мы очень будем, дай Бог, летом на престольный праздник, на Бориса и Глеба. Все, спасибо, Господи. Подсвечник вот номер стоит, вот, 93-го года еще, это вот осужденный сделал. Это еще первая община, наверное, батюшка знает, кто это. Вышел батюшка. Вот это еще первая община, уже лет 25 назад, вот как она основывалась. Это там еще был, значит, в жилом корпусе, как домовая церковь. Вот. А это нам, мы когда оттуда переехали в новый храм, нам вот, вот эту комнату дали. Напротив, там мы можем читать, тоже можем пользоваться. А это комната для хранения книг. Потому это что... во время строительства. Да, да. У нас же там помещения нету пособного, непосредственно возле церкви. А все у нас здесь, книги хранятся здесь. Там еще художественная мастерская. Вот у нас фотография с владыкой, вот когда храм освещали. Фотография с владыкой. Вот. Это на освещение храма. Это, собственно, грамота всей общине дана, но за то, что писал икона наш иконописец, в общем. Вот, это с Москвы, это и владыка Иоанн, значит. Володь, здесь, да, вы пишете? Только под иконы. Ну, вот тут вот рабочее место. Вот травки, листья. Получается, вот вы закончили икону, которую нам подарили, да, и просто сразу... Да. Спасибо большое. Ну вот последний он только закончил, и вам подарок. Сейчас пока у него новых нету, вот он сейчас приступит к новой. Помоги, Господи, спасибо большое. Yeah.